Лос-Анджелесе, Шрила Прабхупада сказал, что главной обязанностью и главным правом всех преданных в ИСККОН является посвящать всю свою жизнь 24 часа в сутки Хари Лиламрита Ватяга, или обсуждению бессмертных деяний Господа, описанных Шримад Бхагаватам. И Шрила Прабхупада сказал, что вы можете делать это постоянно, и что таким образом, просто слушая о Кришне, описанном в Шримад Бхагаватам, обсуждая его деяния друг с другом, мы постепенно переселяемся незаметно для себя в духовный мир и умираем для смерти. Шрила Прабхупада сказал, если вы будете просто слушать о Кришне постоянно, то смерть для вас перестанет существовать, и в один прекрасный день вы закроете глаза здесь и откроете там, в духовном мире, и скажете: «О, я с Кришной, я с Кришной». И секретом успеха в этом, как Шрила Прабхупада объясняет, является нитям Бхагавата Севая, постоянное, или для нас означает регулярное, каждодневное слушание, обсуждение Шримад Бхагаватам. Поэтому Шрила Прабхупада очень рад был, когда видел, что его ученики и последователи были поглощены чтением, обсуждением его книг и всячески поощрял их в этом. В наше время, на нашу удачу, есть очень много различных курсов, которые помогают нам изучать Шримад Бхагаватам и быть поглощенным размышлениями о деяниях Кришны каждый день своей жизни. Это и классические курсы Бхакти-шастры, Бхакти-вайбава, Бхакти-веданта, Бхакти-сарвабхаума, которые уже также появляются. Это курсы, которые помогают нам изучать Шримад Бхагаватам систематически по темам, например, в университете Бхакти-веданты. И поэтому я рад сегодня пригласить вас на еще один такой же курс для тех из вас, кто еще не занят ни на одном из них, и замечательная возможность вместе с преданными Шримад Бхагавата Видьялай изучать Бхагаватам по главе в неделю в течение целого года. Это будет занимать совсем немного времени, и преданные будут помогать вам в этом желании и энтузиазме изучать Бхагаватам, проводя лекции, также проводя небольшие, простые, но очень вдохновляющие экзамены. Поэтому, если у вас есть желание погрузиться в волны Шримад Бхагаватам, и вы еще не заняты ни одним из этих курсов, пожалуйста, присоединяйтесь. И всего вам самого лучшего. Шрила Прабхупада Ки Джай. Харе Кришна.